Хорошо, просто как себя, например, защитить от негативных мыслей других людей? Вы чувствуешь, дело в том, что вы воспринимаете все негативное только по той простой причине, что вы когда-то сами были причиной этих негативных мыслей. Во-первых, не нужно кого-то обвинять, то, что вот какой-то нехороший человек негативные мысли на вас вываливает. Вообще, например, то есть там позитивно, негативно, но вот именно касательно. Обращайте свой ум только к позитивному. Не замечайте негативное, все будет хорошо. Но самое главное, поймите, я пытаюсь основной принцип до вас донести. Все позитивное и негативное, то, что даже смешанное будет вокруг вас происходить, по причине ваших собственных действий прошлого. И сейчас имейте мужество, достойно это переживать, если это возможно. А это вечно не может продолжаться. Если вы находитесь на пути саморазвития, то 100% рано или поздно все негативные события вокруг вас исчезнут, останется только позитив. Это закон такой, закон этого мира. Если стремишься к развитию, если ты генеришь вокруг себя позитивные вещи, все вокруг тебя будет позитивно. Закон космический. Когда исчерпается все негативное? Когда исчерпается то негативное, которое вы сами сформировали, не более того.